Недавно кто-то задал мне вопрос, который я не забуду никогда. Если мир рушится, а как тогда деревья продолжают расти? Когда я просыпаюсь среди ночи, мои демоны шепчут на ухо. Говорят, сдавайся. Твоей семьи больше нет. Ты никогда их больше не увидишь. Тогда я думаю, что ж, деревья продолжают расти. Я не верю в эту ложь, и не важно, что мне снится. Я найду вас. Пошли! Давай! Thank you.
добрый человек. Что же здесь привлекло ваше внимание? Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Я так долго искала. Ты, наверное, так устал. Теперь ты здесь. А наш сын? Где он? Могу ли я забрать ее у вас на секундочку? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Эй, я тоже могу быть тебе женой. И я умею гораздо больше, чем эта паршивка. Эй! Может, вернешься? Что за черт? Ты грёбаный психопат! У меня еще остались патроны. Понял. Отдай мне моих жену и ребенка. Хорошо, ладно. Сейчас. Было не так уж и сложно. Ну, куколка, что, черт возьми, тут происходит? Иди, малыш, поздоровайся с папой. Стой. Это вообще кто? Это мой сын. Сэр, должен вежливо попросить вас удалиться. Это не мой сын. Мистер. Мистер. Я просто здесь работаю. Подойди, сын. Давай уже. Нет! Называй меня папой, как и положено. Нет! Не подходи! Ребенок должен знать своего отца. Нет, подходи к нему. Ha ha ha!
Я все равно найду вас. Найду вас обоих. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод Юрий Аркалов. Роли озвучили Елена Лунина и Михаил Диполом.